ребенку, который он ходит в футболке зимой и даже без шапки, без кофты, без куртки. Потом подумала, что он пьяный. Потом подумала, что у него крыша съехала. Потом подумала, просто он так захотел. Это не каждому человеку дано. Значит, обнорийские думают в России, что здесь манна небесная сыпется. Но вот большинство людей не знают, что Норильск построен на костях. А это действительно так. Построен он на костях, зэки сюда. Не каждый осмелится сюда приехать. Все люди, которые сюда приезжают, они действительно героические люди. Я не знаю, я на это не обращаю как-то вообще внимания. То есть, кем город построен и как. Знаю, что он построен, как обычно, ради того, чтобы добывать что-то. То есть, много городов действительно построено так. Этот газ, я так скажу, то, что у некоторых организм к нему привыкает. На примере мой отец тоже. Он проработал очень много. Он проработал 20 лет на предприятии Норильского никеля. То есть это кусочки свинца, это кусочки металла, это еще выходит вместе с легкими. То есть тяжело, очень тяжело на самом деле. Сыну отбирает от меня, ну а что сделать? Долг армии, надо быть долгом. Я же заикаюсь потом. Переживаете? Да, переживаю очень. Отправляю его не знаю куда. Давайте. Спасибо, спасибо большое. Скучать. Я по тебе сильно буду скучать. Я буду скучать по тебе, по своим друзьям. Знаю, что даже если я умру в армии, я буду героем.
полярной ночи? Боюсь, потому что солнце может уйти и никогда не вернуться.